Вот такого кота нашла на улице. У него с челюстью что-то. У него шерсть и усики обожжены. Вот со стороны тоже по бокам видно, что над котом поиздевались. Кот очень ласковый такой. Но он в очень плохом состоянии. Вообще в жутком состоянии. Вот явно его хотели сжечь, наверное, потому что у него шерсть вся обожжена. В ужасном состоянии, худой. Вот. Я сама болею, не знаю, что с ним делать. Здесь раздуто, потому что тут раздвигались ткани, челюсти вправляли. Потому что у нее здесь прям перелом, вывихи. На пластину собрали. Вроде бы уже получше. Мягкие корма пока даете. Ей пластину поставили, и здесь тоже у нее было смещение, видишь? Ну, в общем, все сделали. У нее был вывих, перелом, в нескольких местах починили. Это наша Сима. У нее воспалилась ее установка. Она отказывается от еды. Утром покушала только жидкий корм. И больно кушать. Это наша Жура. Вот он, волчок. Макароны, да, может. Mm-hmm.